Институт ракетной техники и вооружения. Дорогие друзья, Институт ракетной техники и вооружения создан на базе факультета авиа- и ракетостроения, одного из старейших факультетов нашего университета. Он был создан сразу после Великой Отечественной войны, и задача его – это подготовка ракетчиков. Кафедра ракетостроения является, пожалуй, основной гордостью и визитной карточкой военмеха. Долгие годы лучшие выпускники этой кафедры определяли уровень ракетной обороноспособности нашей страны. Их имена составляют золотой фонд военмеха. Это братья Владимир Федорович Уткин, генеральный конструктор ракетных комплексов, включающих межконтинентальные ракеты СС-18 «Сатана», и Алексей Федорович Уткин, создатель ракетных стартовых систем. Это Дмитрий Ильич Козлов, конструктор космических спутниковых систем. Это Гербер Ефремов, создатель крылатых ракет и многие другие. С 1946 года кафедра ракетостроения оснащалась учебными экспонатами от немецких ракет Фау-1 до современного ракетного вооружения. Мы находимся в кабинете кафедры ракетостроения, организованной в 1946 году. Первой кафедры в Советском Союзе, где началась подготовка специалистов, в первую очередь, в области стратегического ракетостроения. И мы с благодарностью относимся к нашим выпускникам первым, которые затем вложили громадный труд в оснащение кабинета этой кафедры, что позволило нам готовить специалистов очень высокого уровня. Не случайно, поэтому в одном из ведущих конструкторских бюро нашей страны, конструкторское бюро «Южное», работало значительная часть, более 200 специалистов, выпускников нашей кафедры, только нашей кафедры. Значит, вообще говоря, выпускники кафедры распространились по всему Союзу, от Санкт-Петербурга, Калининграда на западе до Красноярска на востоке. Институт ракетной техники и вооружения, как структура университета, готовит инженеров по 6 престижным и перспективным специальностям. Ракетостроение, ракетные двигатели, динамика полета и управление движением летательных аппаратов, стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов, инженерная защита окружающей среды, испытания и эксплуатация техники. Подготовку своих специалистов институт проводит на двух своих факультетах – на факультете авиаракетостроения и факультете инженерная защита окружающей среды. У нас трудно учиться. Но те, кто хотят получить образование, действительно могут стать у нас высококлассными специалистами. Мы считаем, что все выпускники нашего института должны владеть современными системами автоматизированного проектирования, знать современные компьютерные, в том числе сетевые технологии. Факультет авиаракетостроения включает в себя 4 выпускающие кафедры, в основном по направлениям ракетостроения и летательным аппаратам. Ведущая кафедра ракетостроения не может обойтись без современных технологий обучения, где кроме знаний по информационным системам, студентов обучают и проектному менеджменту. Именно на этой кафедре студенты получают базовые знания в области ракетостроения. Обучение проходит на новейших образцах современного ракетного оружия. Хотел бы упомянуть и молодых ребят, которые тоже вкладывают усилия в нынешнее время в обеспечение техникой наших кафедр. Вот за моей спиной находятся 2 образца, которые мы получили совсем недавно. Вот одна установка ракеты «Оса», и вот там дальше ракета «Тор». Значит, такими выпускниками, которые, вот фамилии которых я могу вам назвать, это Коля Горшенин, это Миша Шорохов, который поставил целую компьютерную сеть на кафедру, это Костя Белов из молодых ребят. Ну, хотелось бы также упомянуть и наших космонавтов знаменитых, это Гречка Георгия Михайловича и всем хорошо сейчас известного уже Сережу Трикалева. Редко в нашей жизни удается встреча здесь
действительно уникальными, удивительными людьми. Эта текучка идет, а вот как раньше в старину говорили, герои ходят рядом. И сегодня вот я, как ректор университета, хотел бы вам представить вот такого человека, вам без всякого сомнения известного. Сергей Крикалев, по мнению специалистов, на сегодняшний день считается космонавтом номер один в мире. Выпускник кафедры ракетостроения, он часто посещает свою альма-матер. Большим преимуществом, я считаю, нашей кафедры было то, что обучение было не оторвано от реальной жизни, оно шло на конкретных примерах. Есть матчасть, которая объясняла принятые конструктивные решения, и мы достаточно много занимались, я считаю, что было много практических занятий, это большое дело. Ну и, конечно, профессионализм тех профессоров и тех учителей, которые нас учили. Причем это обучение было на примере ракетной техники, но оно, в общем-то, учили нас не только этой технике, но и, наверное, жизни, по большому счету. Космонавт удивительно прост и приветлив в общении со студентами университета. Пример Сергея Крикалева – хороший стимул для ребят военмеха. Когда я попал на кафедру А1, я понял, что это мое дело, что мне это нравится. Также я еще с детства мечтал узнать больше чего-нибудь о ракетах, о космосе, о новых технологиях. С детства я мечтал стать космонавтом, но по здоровью не получилось. И поэтому я решил прикоснуться к этой отрасли ракетостроения, поступил в военмех, чтобы хоть как-то связать свою жизнь с космосом. На кафедре двигателей летательных аппаратов собраны образцы многих известных ракетных двигателей. Наглядность и доступность учебных макетов помогает в восприятии и понимании сложного предмета обучения. Кроме учебного процесса, в лаборатории жидкостных двигателей проходят научные испытания и внедрение новых кафедральных проектов. Школа подготовки студентов у нас сохранена, традиции сохранены. И поэтому ребята, которые занимаются сейчас, они, конечно, немножко слабее, поскольку уровень подготовки школьный слабее. Но мы соответствующим образом перестраиваемся сами, готовя этих ребят. Но требования не снижаем. И вот благодаря этому наши ребята пользуются хорошим спросом в промышленности, и не только в промышленности, но и в бизнесе в настоящее время. И на бирже труда нет выпускников Механического института в целом, но и нашей кафедры в том числе. Кафедра процессов управления занимается подготовкой студентов по специальности динамика полета и управления движением летательных аппаратов. В лабораториях кафедры у студентов романтические познания в области аэрокосмических полетов сменяются на прикладные системные знания по аэрогидродинамике и программированию задач управления полетом. Мне очень здесь нравится. Заставляют думать, решать логические задачи. Коллектив хороший. Образование, надеюсь, получу отличное. Другому факультету института, инженерная защита окружающей среды, приданы три кафедры. Кафедра экология и безопасность жизнедеятельности – одна из самых крупных в стране кафедр такого профиля. В лабораториях кафедры проводятся занятия по курсам экология, безопасность жизнедеятельности, безопасность производственных процессов и другие. Кафедра проводит большую научную и консультационную работу. Акустическая школа кафедры экологии заслужила международную известность. На других кафедрах факультета, высшая математика и химия, проходят обучение студенты всего БГТУ. Без знаний по высшей математике и химическим процессам инженер не в состоянии стать классным специалистом. При институте создан координационный совет, в работе которого участвуют руководители основных предприятий, которые являются потребителями наших молодых специалистов. Чтобы вырастить из абитуриента классного специалиста по ракетостроению, необходим огромный опыт и знания учителей. Ракетостроение – наука умная.
Поэтому коллектив Института ракетной техники и вооружения подобран высококвалифицированный и грамотный. 18 профессоров и докторов технических наук, 82 доцента и кандидата. Лучшие преподаватели университета готовят будущих ракетостроителей. Мы приглашаем ребят, заинтересованных в получении глубоких математических знаний, инженерных знаний, управленческих знаний, на нашу кафедру, кафедру ракетостроения. Ежегодно Институт ракетной техники и вооружения принимает на контрактную и бюджетную форму обучения более 160 студентов. В БГТУ есть факультет военного обучения, на котором можно получить дополнительную военную специальность. Мы уверены, что если вы закончите Институт ракетной техники и вооружения, то вы всегда найдете достойное место в жизни. Балтийский государственный технический университет «Военмех». Институт ракетной техники и вооружения.